В управлении Росреестра по Северной Осетии состоялась пресс-конференция. Главной темой стала реализация гаражной амнистии. С 1 сентября граждане, пользующиеся гаражом, могут бесплатно получить участок, на котором он расположен. Для этого необходимо соблюдение двух условий. Гараж должен быть построен до 29 декабря 2004 года и являться объектом капитального строительства, а не самовольной постройкой. Правом гаражной амнистии в республике уже воспользовались 10 человек. Обсудили также упрощение порядка оформления прав на используемые объекты недвижимости. Речь идет о гражданах и юридических лицах. Если уже гражданин как бы имеет земельный участок в фактическом пользовании, и имеются у него возникшие права, либо ранее возникшие права, либо право, которое он сегодня как бы зарегистрировал на этот земельный участок, то для того, чтобы зарегистрировать свое право собственности на жилой дом, ему необходимо заказать кадастровый инженерно-технический план и с этими документами уже обратиться в МФЦ.